Всем привет! Сегодня посетим Венский музей. Постоянная экспозиция «Вена. Моя история». Хронологическая экскурсия, рассказывающая историю города от его первого поселения до наших дней. На трех этажах вы найдете такие основные моменты коллекции, как пятиметровая модель Святого Штефана, знаменитый портрет Эмили Флёге, работы Густава Климта или талисман музея Польди, 9-метровый Пратерволл. Другие достопримечательности включают специальные выставки на верхнем этаже, многочисленные программы для всех возрастов, студии и центре мероприятий, ресторан и кафе. Это ведет на свободно доступную террасу с захватывающим видом на центр Вены. Ja, solche Schuhe willst du im Internet bestellen. Продолжение
Stoff machen. Das ist. Wie geht's das rum? Wo ist da die Landstraße? Wo ist die Jampfer-Speicher? Fun.